Алкогольный цирроз печени. Алкогольный цирроз печени – это заболевание печени, развивающееся вследствие длительного токсического воздействия алкоголя на орган. Токсический эффект алкоголя не зависит от вида спиртного напитка и определяется количеством в них чистого этилового спирта. При данном заболевании происходит гибель тканей печени с последующей ее заменой на грубую фиброзную ткань. При этом из соединительной ткани образуются специфические узлы, которые нарушают нормальную структуру печени. Таким образом, печень перестает справляться со своими функциями. Причины возникновения. Основной причиной алкогольного цирроза печени является длительное употребление алкогольных напитков. Скорость развития заболевания зависит от частоты и дозы приема спиртного. Неблагоприятными факторами риска алкогольного цирроза печени являются ежедневное употребление спиртного, наследственная предрасположенность, многолетнее систематическое употребление спиртного, недостаточное питание. Симптомы. Как правило, алкогольный цирроз печени развивается очень медленно, почти незаметно для больного. С момента появления фиброза проходит около 5 лет до появления первых симптомов заболевания. Среди большого количества симптомов алкогольного цирроза печени можно выделить следующие: астенический синдром, истощение, стремительное снижение массы тела, артериальная гипотония, синдром малых печеночных признаков, расстройство пищеварения, синдром портальной гипертензии, полинейропатия, мышечная атрофия, тахикардия. При прекращении приема алкогольных напитков состояние пациента значительно улучшается. Виды заболевания. Алкогольный цирроз печени бывает компенсированным, субкомпенсированным, декомпенсированным. Диагностика. На первом этапе проводится анализ жалоб пациента и сбор анамнеза заболевания и анамнеза жизни больного. При физикальном осмотре определяется желтушность кожных покровов, увеличение размеров живота, наличие сосудистых звездочек на теле. При пальпации отмечается болезненность некоторых частей живота. С помощью перкуссии врач оценивает размеры печени и селезенки. Лабораторные методы исследования, общий анализ крови, биохимический анализ крови, определение сывороточных маркеров фиброза, коагулограмма, определение маркеров вирусного гепатита, общий анализ мочи, капрограмма. Инструментальные методы исследования, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, эзофагогастрогастродострогастродострогастродострогастродоада, пункция ионной биопсии печени, спиральная компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, эластография, ретроградная холангиография, другие методы исследования. Действие пациента. При подозрении на патологические изменения в печени необходимо обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Лечение. Основой лечения при алкогольном циррозе печени является полный отказ от употребления алкогольных напитков. При алкогольном циррозе печени больному назначают диету номер 5, предусматривающую дробное питание, ограничение употребления поваренной соли, повышенное употребление белковой пищи, а также пищи с повышенным содержанием витаминов и минералов. Консервативное лечение алкогольного цирроза печени предусматривает прием следующих групп препаратов: гепатопротекторы, препараты одинометионина, препараты урсодиазоксихолевой кислоты, витамины, ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, глюкокортикоиды, ингибиторы тканевых протеаз. При алкогольном циррозе печени также проводится симптоматическое лечение сопутствующих синдромов, возникающих при данном заболевании. Осложнения. При алкогольном циррозе печени возможно развитие следующих осложнений: асцит, перитонит, варикозное расширение вен пищевода и кишечника, спутанность сознания, гипотиреоидный синдром, печёночно-лёгочный синдром, печёночная колопатия, бесплодие. Профилактика. Отказ от приема алкогольных напитков, своевременное лечение алкогольного гепатита, соблюдение принципов рационального здорового питания.